ты мой. Совсем уже со своими покемонами съехали, ну их нафиг, а? Знаете, сейчас меня бомбит. Только что мне выпало топ вещи, алмазка фуловы. Нет, блин, сервер должен лагать. Другому пацану он бегает в кожанке, как кожанке. В золотой броне. Только нагрудник был алмазный. Он, блин, меня замочил. У него меч, точнее, лук на горящую стрелу, меч, огонь, острота. У меня, блин, меч, острота 2, завар огня, 2 алмаза, мне сколько он не выпадал. Он не выпал, лагает сервер. Я бегаю на коне, я бегу, вот, я хочу повернуться. Конь еще где-то 2 секунды бежит. Я слазю с коня, он сам куда-то уходит. И не останавливается. То есть даже когда я прекращаю вот, управлять конем, там беги влево, беги вправо, все равно он продолжает бежать. Я не знаю, что сейчас с этим сервером. Его, наверное, дудосит дико. Тебе бан будет. Мне разрешили, ну, сказали, что можно на форуме, типа, пацан говорит там, я веду стрим, и можно написать, тебе бан будет. Говорили, что можно за это, ну, мне не мута, не бана. Хоть это, правда, и не модератор уточнял, но, как бы, почетный игрок с кучей репутации. Поэтому я думаю, что вполне таки его послушать-то можно. Блин. Что ж такое? Блин, отравление. Я ненавижу нас. Отравление. Да что ж такое, Берл? О, нет. Надо ему еще раз напомнить. Пацан, я тебя поздравляю, нафиг. Что ж такое? Пиар стрима. Так, ух ты, смотрите, топ вещи на начале. Я серьезно. Вот увидишь. Вообще-то да, я уже видал, что угон всем там на канал, там стрим дают. Но если не дадут, то значит я не очень-то и хорошо знаю правила. Хотя я уже подобные заявки кидал. Я угон всем на стриме показывает свой канал. Бан дают, как, к примеру, ГОС-78, Холли, который пытался пропиарить мой стрим, получил мут на 2 часика или на пол часика. Я там уже помню. А тут я бах, достаю топ, этот топорик. Так, вот, меч, острота, дача, лук. Я могу его тут затолкать. Вау. Так, он не дал жемчуг. Алмазку топовую. Так, давайте возьмем сюда это. И возьмем себе... Не, лучше куски хлеба, да. Когда останется поменьше атрибутов, тогда я тпхнусь. Не, ну смотрите, что-то на этот раз не лагает. Давайте попробуем пустить стрелу. Не, не лагает. Просто стрела в полете немножко тогда подлагивала. Иди сюда нафиг. Пустил пару стрел в догонку. Ладно, пацан, не на тебя насрать, впрочем-то. Замочил. Ух ты, у него было... Черт. Мне все-таки нужен меч. А что у него был за этот? Простой, понятно. Я убежал. Да тебе же будет, блин. Уже не раз такую заявку кидал. Знаете, потому что раньше не было. Трейк, к тому же пиар. Да, давайте заскриним. И заскриним то, что было на начале. Все. А ну-ка, какой же ты топ, а?
Ну, такой-то и то, блин, что ты слился. Ну вот смотрите, вот смысл писать в своем нике топ, если ты, ну, сливаешься. Совершенно как не топ. Блин, у меня нет хороших чарок на алмазку. Ну, знаете, сейчас все самое лучшее, что я могу получить, это чаренную алмазку. То есть еще лучше чаренную алмазку. Давайте разбивать, добывать. А, дедматч. Жаль, у меня золотых яблочек нет, а их тут вообще нет. Я бы не отказался от хорошего меча. А, он новичок. Жалко немножко. Ничего, она не научится играть. Я сам как-то сдох. Потому что на стриме на Михаила одел Ежидзе. И знаете, ну, он одел Ежидзе. И тут я его ударил кулаком и сдох. Ты с меня не было бы, не я сдох от этого. Ладно, что ж, это и была вся серия. Поставьте лайки и обязательно подпишитесь. Что ж, собственно, с вами был Павс. Всем пока.